С одной стороны подстанции – портрет Льва Яшина, выдающегося советского футболиста и вратаря, выступавшего за московское «Динамо» и сборную СССР. На другой стороне – дети, играющие в футбол во дворе. Во-первых, это просто красиво, ну и нарисовано красиво. Во-вторых, это все-таки история. Кто там, Яшин, по-моему, да? Пусть дети, тут рядом детская площадка, гуляют, смотрят на красоту, почему нет? Тёма, Саша и Егор – герои, которые безвозмездно украшают городские подстанции. К 9 мая они разрисовывали стену на улице Задорожная, к чемпионату мира – возле дома 4 по центральному проезду. То, что там на аллейке выставили, мне очень понравилось. И ребенку тоже мы ходили, смотрели, он тыкал пальцем: «Мама, это что за картина?» Со своей работой ребята заявляются на областной конкурс, организованный Главным управлением социальных коммуникаций. В отборе принимали участие художники с 14 до 30 лет, а на следующей неделе жюри выберет победителя среди лучших работ региона.